Проект поддержки молодых медиков запущен в Бухаре. Причем не просто поддержки, но и профессионального роста. Ведь именно практика – базис, который призван обеспечить востребованность в клинической практике любого врача. А для нас – уверенность в том, что ты доверил здоровье специалисту с опытом и знаниями. Медицинские кадры на вес золота. Их дефицит особо ощущается в регионах нашей страны. В связи с чем Шавкат Мирзиёев выделил эту проблему и вынес ее на обсуждение в ходе видеоселекторных совещаний еще в 2017 году. Тогда отмечалось, что в республике не хватает более 11 тысяч врачей. Глава государства поручил Министерству здравоохранения совместно с хакимиатами на местах определить потребность в медспециалистах в разрезе регионов, районов и учреждений. К примеру, Бухарская область нуждалась в 268 врачах, из которых 76 – врачи общей практики, а 192 – узкоспециализированные. Было принято решение трудоустраивать на местах студентов последних курсов медицинских учреждений и создать для них благоприятные условия, в частности, обеспечить доступным жильем. Студенты выпускных курсов медицинских вузов республики, постоянное место жительства которых находится в Бухарской области, в январе этого года в качестве врачей общей практики были трудоустроены здесь. Их насчитывается 141 человек. Им представили возможность получить диплом раньше положенного времени на 6-7 месяцев. Лечение и помощь нуждающимся – это в первую очередь их призвание и, конечно же, лучшая практика и демонстрация полученных знаний. Хочу отметить, что 74 выпускника являются ординаторами. Они работают на полную ставку по своим специальностям. С 10 января этого года более 215 выпускников приступили к своей работе на местах постоянного проживания. К примеру, в городе Бухаре вакантное место в 5-й семейной поликлинике заняла выпускница одного из местных мединститутов Кристина Половникова. Были созданы все условия, чтобы мы могли работать с населением. За мной закреплено население около 1444 людей. Главврач нам дал наставников. Мой наставник была Юлдашева Махсуда. В течение месяца мы вместе с ней работаем, она где-то подправляет меня по назначению, вот, где-то оказывает помощь в обследовании наших больных и пациентов. А в Рамитанском районе выпускница Ташкентского педиатрического мединститута Надира Касымова в 42-й семейной поликлинике успешно проводит профилактические осмотры маленьких детей. Кроме этого, она оказывает медицинские услуги на дому, внося свой вклад в улучшение патронажной службы в этом районе. Я счастлива, что могу заниматься любимым делом – лечить маленьких детей. Безмерно благодарна президенту, что мне выпала такая возможность работать здесь. Я выросла в этом районе. Хорошо ориентируюсь в данной местности. Мне безумно повезло с коллективом, и все созданные условия тоже очень радуют. Раньше для получения большинства медуслуг нам приходилось ездить в районный центр. Это очень далеко и неудобно, особенно с маленьким ребенком. Теперь же в нашем сельском врачебном пункте есть все специалисты, включая стоматолога и акушер-гинеколога. Врач – человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет ответственность за самое дорогое, за жизнь людей. Поэтому в его работе так важно соблюдать строгую дисциплину, быть готовым всегда прийти на помощь, ничего не ожидая взамен.